Должность правильно. Инспектор по особому поручению управления ГИБДД Григорьев Александр. Итак, что произошло? 22 апреля около 16 часов 10 минут автобус туристический при выезде из города Торжок, двигаясь в направлении федеральной автодороги М10 «Россия», совершил опрокидывание в кювет. По предварительной информации, водитель не справился с управлением и совершил опрокидывание на левый бок автобуса в кювет. В результате дорожно-транспортного происшествия один человек погиб, 12 получили различные травмы. Среди пострадавших и погибших детей нету. Ориентировочно по личности погибших, что мы можем сказать? И кто в основном находился в автобусе? В автобусе находились паломники, которые ездили в Нилово пустырь. Уже известно, автобус оборудован тахометром, что-нибудь о том, как водитель... Я вот это не узнавал. Кому принадлежит, тоже мы сейчас тоже сказать не можем. Какие службы работают на месте? На месте происшествия работают все службы спасения. Все?